Me llamo Pedro, soy skyrunner y me encanta correr por las montañas. И я уже как больше 10 лет бегаю по местным казахстанским горам. А в беге все и так и чистая свобода. Ты можешь бегать где хочешь, когда хочешь. И именно по горам ощущаешь вот эту свободу еще больше, чем в городе. Бег в горах – это опасная штука. Тут техника нужна. Тут еще нужен опыт нахождения, и ты должен знать, как действовать в горах. И физическая подготовка нужна намного больше. Тут мы сейчас на 3500, и если человек не привык, не акклиматизирован, то бегать тут просто невозможно. Поэтому skyrunning отличается именно вот высотой и техническим составлением. В Алматы я переехал, когда мне было 18 лет, и поступил тут в университет. В то время я даже не мог прочитать улицу, на которой живу, потому что я не знал алфавит. Потом я уже поступил на факультет химии, и я сейчас работаю в медицинской компании. По городу я предпочитаю передвигаться на велосипеде. Еще я тренер по бегу. Я уже тренирую больше 3 лет. Чуть-чуть тяжело, но терпимо. Неважно, сколько тебе лет, всегда можно научиться бегать. И я чувствую, и мне это нравится, то есть, что я должен делиться своим опытом. Мне это не жалко, я всегда открыт всем помогать. И под занавес нашего сегодняшнего игрового дня. Многие меня знают как бегуна, но в самом деле я очень люблю футбол с детства. И на данный момент я играю в футзал в команде «Футзал Гараж». А, и под 12 номером «Визуэто Кастро Педро». У меня неплохо получается, если честно. Иногда хорошие, красивые голы. Разгоняет контратаку, здорово, передача, наш Педро! Все сделал для своего партнера, голевая передача. Ребята всегда рады, когда я играю, потому что вот этот беговой бэкграунд дает большую выносливость, то, чего, к сожалению, не хватает у других. Живя тут, я познакомился с прекрасной девушкой, и теперь я женат на казашке, у нас есть маленький сын. Всегда, когда есть лишнее время, стараюсь его проводить с семьей. Несмотря на то, что работаю и тренируюсь, всегда нахожу время для них и надеюсь, что в скором будущем получится тренироваться еще и со своей семьей. Я бы сказал, что в первую очередь важна победа над самим собой. Ну, показать наилучший результат. Стараюсь получать удовольствие в процессе подготовки, потому что это несколько часов, несколько месяцев, может быть, даже.
Поэтому, если ты к чему-то готовишься и ты не получаешь удовольствие, ну, в этом процессе, потом будет очень сильное разочарование, если в забег что-то не так пойдет. Сейчас в Алма-Ате есть очень много интересных забегов по пересеченной местности, и многие из них проходят в горах. Ирбис Рейс – это ультрамарафон на 50 километров с набором высоты 3500 от Бао до Медео через перевал туристов, высота которого – это 4000 метров. Поэтому это самый высокий и самый интересный забег, потому что там виды просто шикарные. Тингри Ультра – это не просто забег, это настоящий праздник для трейл-раннинга в Казахстане и в Средней Азии. Это самая большая гонка по трейл-раннингу. Там есть три дистанции – 15, 35 и 70. Так что всем по силам, я бы всем посоветовал. Еще одна интересная гонка – это забег на пик советов. Получается, это двойной вертикальный километр. И эта гонка очень интересна тем, что ты бежишь только вверх, и получается, тут больше, чем бегать, идешь пешком, но нужно отрабатывать каждый сантиметр вот этого набора на 2000 метров. Я скажу, что мой любимый забег – это Литер Гейм. Это стафетный забег всего лишь на 5 километров с каждого участника. Два участника. Делаешь круг по 1 километру, и это очень быстрая, острая, интересная гонка. До последнего круга борешься с соперниками. И опять же, тут появляется вот этот командный дух. И разделить с ним вот этими эмоциями, и если получается победой, то не передавать словами. В первую очередь нужно понимать, что каждая тренировка должна привести к победе над самим собой, а не к победе в абсолюте, потому что всегда могут быть люди сильнее тебя, и ты можешь очень сильно разочаровываться, если ты только к этому готовишься. А нужно получать удовольствие от каждой тренировки и от того, что ты добиваешься и становишься сам лучше. Бег – это классная вещь. Ты можешь получать кучу энергии. И если ты любишь скайранинг, трейлранинг, то ты уже выходишь из рамки вот этой асфальтированной дороги, и ты можешь бегать по горам. И там уже, как говорят, да, потолок – это небо.